Диагноз подтвердили в новосибирской лаборатории. Накануне мужчина вернулся из путешествия по Швейцарии. В сочинском аэропорту специалисты Роспотребнадзора порекомендовали ему самоизолироваться. Сознательный гражданин так и поступил. Когда состояние ухудшилось, обратился к медикам. На 9-й день самоизоляции с клиническими проявлениями острореспираторного заболевания самостоятельно вызвал на себя скорую медицинскую помощь, которая после осмотра больной был привезен сюда. На сегодня состояние ближе к удовлетворительному. Лечение проводится в полном объеме. Всего в сочинской больнице временно изолированы 23 человека. Наличие у них COVID-19 проверяется также в Новосибирске. Пациенты обеспечены всем необходимым – питанием, средствами гигиены и свежим бельем. В каждой палате предусмотрена специальная вентиляционная система. Тем временем 25-летний гражданин Армении, у которого ранее была обнаружена коронавирусная инфекция, пошел на поправку. Его выпишут через несколько дней, но только после того, как придут отрицательные результаты анализов.